Два дня над украшением подстанции в парке имени Тысячелетия Брянска трудились художники Евгений Филькин и Анастасия Стацкая. Изображение получилось ярким и современным. На фоне двуликой совы теперь может сфотографироваться любой желающий. Граффити стало своеобразным подарком жителям перед окончанием режима самоизоляции. Еще один арт-объект находится на территории школы номер 8. Поскольку учебное заведение носит имя нашего прославленного земляка, космонавта Афанасьева, тема рисунка была предопределена заранее. Граффист Виталий Короткий взял за основу свою же иллюстрацию. Она победила в номинации «Футура» и станет обложкой книги. Свою руку к росписи стен в парке имени Толстого тоже приложил Виталий Короткий. Он же куратор стартовавшего в Брянске 3 июня фестиваля уличного искусства «Насекомые в окружении летних цветов и трав. Дар художника. Городу и парку».